Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі програма «Чим живе область». Гість нашої студії Андрій Леонідович Самойлов, головний лікар Миколаївського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Я вас вітаю. Протягом найближчих 26 хвилин ми поговоримо про те, що сьогодні найбільш актуального є для цього закладу, для обласного центру медицини катастроф та екстреної медицини. Ну і, можливо, про якісь загальні питання, що стосуються кожного з нас. Андрій Леонідович, ну, в першу чергу, умови останньої неділі, скажімо так, грубо, да, непогода, навіть вже півтори почти неділі, усложняють роботу не тільки представителям других професій, но і врачам, естественно, тим, хто має оказати екстрену допомогу. Як приходиться працювати в цих умовах? Є якісь складності, хто допомагає їх вирішити? Значит, у нас началось с 6 по 9 число, это были такие основные дни работы в более усиленном режиме. За эти дни у нас обслужено более 5000 вызовов, в сутки статистически около 1000 вызовов, там чуть более, чуть менее. Это абсолютно штатная для нас работа, и ну, благодаря усилием штаба с ликвидацией, волонтерам нам удалось справиться абсолютно со всеми ситуациями, как по городу, так и по области, и оказать экстренную медицинскую помощь тем пациентам, которые в ней нуждались. Значит, за это время такие элементы статистики: обратилось с переохлаждением 37 человек, 33 госпитализировано, основная часть из них уже находится дома. Каких-то ситуаций неординарных не было. И, по сути дела, как бы, еще раз повторюсь, работа, несмотря на тяжелые погодные условия, на высокие градусы мороза, была достаточно контролируема, штатной, и ну, медикам, которые работают в условиях улицы, удалось справиться на отлично с поставленной задачей. Ну, вот на сегодняшнее число я могу сказать, что практически нареканий по работе службы не было. Поэтому как бы, ну, ситуация вот такая, вот она контролируемая. И... Ну да, вы сказали, что вам удается реагировать, да, вовремя на обращение. Но вот по городу можно еще предположить, что более или менее кое-где убрано прилично, а направления по области были вообще перекрыты некоторое время. И ваши филиалы работают. Есть ли, в принципе, у вас возможность реагировать по районам? Значит, служба представлена наличием бригад постоянной готовности в каждом районном центре, а также в населенных пунктах, в которых население позволяет иметь штатное количество единиц бригад скорой помощи. Значит, у нас зафиксировано около 10 случаев по районам области, где мы не могли вовремя доехать в результате снеговых наметов. Эти вопросы достаточно оперативно решались органами местного самоуправления, поскольку штабы с ликвидацией наследки в надзвичайной ситуации были созданы как в областном центре, так и в каждом районе. И реакция на те наши действия или вопросы, которые была достаточно моментальной, органы местного самоуправления работали, выделяя технику, которая совместно с медиками добиралась до пациента. Это разные случаи, это и прочистка дорог, это и медиков садили на автомобили повышенной проходимости, которые добирались до пациента, оказывали медицинскую помощь, а также забирали этих пациентов. Город действительно был более в таком оптимальном режиме. Немного мы имели такую не совсем оптимальную ситуацию, это в пригородных наших районах, это и Витовский район, и Николаевский район. Район направления в сторону Широкого Лана, Степового, Ольшанского, поэтому, ну и там были задействованы, кроме техники, которая была, выделялась штабом, также дополнительно был задействован снежный патруль, волонтеры, которые выполнили около 20 вот таких вот ну, операций, отработок, да, и помогли очень-очень серьезно бригадам скорой помощи, за что мы им очень благодарны. Вы упомянули о количестве обращений с обморожениями, а как насчет травматизма? Может быть, в первое время, пока это просто снег, не так много, но сейчас, когда начинается настоящий гололед, ожидаете?
Да, мы ожидаем, конечно, и в эти дни основная часть пациентов была как раз не связана с травматизмом, потому что люди находились более в каких-то жилых помещениях. В основном вызовы оказались острой респираторной вирусной инфекцией. В эти дни, да, у нас акцент будет усилен на тех людей, которые находятся. Во-первых, пошли рабочие дни, да, то есть активность населения более выше, и ожидаем, конечно же, по нашей такой нозологии, это травматизм, который будет связан с передвижением по дорогам, По скользким дорогам. по скользким дорогам, да. Ну, собственно говоря, мы готовы. У нас все бригады оснащены на этот случай. Это максимальное количество шин, поскольку сам механизм получения травмы подразумевает и переломы конечностей, и растяжения и тому подобное. Поэтому полностью готовы к таким вот ситуациям. Машины все на зимней резине, абсолютно все, включая каждый автомобиль в любом отдаленном участке нашей области. Они абсолютно все готовы к тяжелому как и гололеду, так и снежным таким вот ситуациям, где нужна более повышенная проходимость наших автомобилей. Мы наверняка еще вернемся чуть позже в программе к тому, что волнует больше наших телезрителей, к заболеваниям, травмам и тому подобное. А вот насчет обеспеченности вашего центра, технической обеспеченности, вы вот хорошо, да, что машины обеспечены зимней резиной. А в принципе, вот ваш парк, на сколько процентов, ну может быть на 100, я не знаю, вы обеспечены этим? Есть ли куда развиваться и нужна ли помощь от бюджета? Ну, как бы не забегая сильно в какие-то отдаленные, я могу сказать, что служба экстренной помощи действительно развивается. Мы, по сути дела, к сожалению, бюджет всегда тяжелый, и его сложно, по сути дела, достаточно оптимально разделить на такие существенные потребности. Но могу сказать, что у нас, во-первых, автомобили и бригады разделены на категории А, Б, С. В зависимости от сложности, на которую направляется бригада, А автомобиль – это элементарные комплектации, Б автомобиль – это более повышенные комплектации, и С это автомобиль – это реанимационная палата, по сути дела, максимальной комплектации. Ежегодно мы обновляем, поскольку это портативная техника, она выходит из строя по разным причинам, учитывая там и дорожное покрытие, и постоянно какие-то стрессовые ситуации, которые происходят с техникой там в дороге, и плюсовые температуры, и минусовые температуры. Поэтому, конечно же, да. Обеспеченность у нас категории С и Б абсолютно, ну, стопроцентная. Категорию А мы для себя поставили задачу, что у нас не должно быть автомобилей, которые должны быть просто работать в виде такси. То есть мы вот эту категорию А максимально с годами усовершенствуем технически, да, медицинской аппаратурой, которая Чуть-чуть расшифруйте. Имеется в виду для доставки имеется в виду, больного да, в больницу? есть группа пациентов, которые не требуют на догоспитальном этапе максимального влияния медицинского работника на состояние здоровья. Но мы считаем, что есть ситуации нестандартные, и имея определенную аппаратуру, можно избежать каких-то ситуаций, которые могут возникнуть на догоспитальном этапе. И это очень, если это в пределах, допустим, города, эта ситуация менее такая как бы значимая и стандартная, поскольку много лечебных учреждений, они находятся на небольшом отдалении от пунктов базирования бригад скорой помощи, то районные структуры, они в более сложной ситуации. У нас часть пациентов изначально транспортируется из сельских населенных пунктов в условия лечебных учреждений области. Поэтому в этих ситуациях, когда длительная транспортировка, мы идем по пути постепенного максимального оснащения автомобилей скорой помощи для более качественной работы бригад. Ну, то, что касается вашего парка, все-таки есть еще необходимость добавить вам единицы? Естественно, да, ежегодно нужно. У нас парк достаточно молодой, и в сравнении с парком других областей Украины, у нас первая поставка автомобилей была в 2012 году, и вторая поставка в 2013. То есть это автомобили относительно новые.
Но, к сожалению, интенсивность работы этих автомобилей, и эти автомобили практически не останавливаются. То есть нужно понимать колоссальный как бы, ресурс, моторесурс, который положен на работу этих автомобилей. Поэтому, естественно, ежегодное обновление должно быть. И этот вопрос мы, естественно, ставим перед областной администрацией как бы, в помощи в данных, как бы, в данных ситуациях. И ну, надеемся на поддержку, как бы почему? Потому что эта техника, она выходит из строя, и она, естественно, требует постоянного обновления. Ну, а говоря о том, что центр развивается, что еще вы имеете в виду? Значит, в 2016 году мы начали после объединения всех структур скорой помощи в одно целое, в одно юридическое лицо, у нас остался один вопрос, который ну, являлся таким одним из главнейших, это создание единой оперативно-диспетчерской службы, не только для бригад скорой помощи города, а для всех абсолютно бригад, которые расположены у нас на территории области. Для этого мы подали наш инвестиционный проект на рассмотрение областной администрации. И в 2016 году он был поддержан главой администрации, профильными депутатскими группами, бюджетной комиссией депутатской. И нам выделены деньги из Государственного фонда регионального развития и софинансирование из местного бюджета. За счет этих денег мы в 2016 году завершили техническое переоснащение оперативно-диспетчерской службы. Это совершенно новая служба с дополнительными рабочими местами, что очень как бы, в последнее время вообще крайне редко происходит. Нам выделено дополнительно 78 штатных единиц. И 2017 год – это год работ комплектации этой службы. И учеба такая, оперативная учеба по совершенно другой тактике взаимоотношений между диспетчером, медиком и пациентом. В чем я детально сейчас расскажу. Значит, у нас есть объект на Чкалова 93, это первая подстанция. Там находятся два операционных зала, достаточно больших, в которых будет располагаться эта служба. Значит, у нас есть своя серверная комната. Мы будем являться уже не просто абонентами 103, мы являемся операторами и одновременно абонентами канала 103. То есть это такой мощный колл-центр абсолютно европейского образца, и сутью его является максимально качественная обработка данных от пациента, которая поступает на связь 103, работа диспетчером с данной информацией, видение передвигающихся автомобилей по территории не только города и области и максимально четкое и быстрое перенаправление этого автомобиля к пациенту, который требует более срочного вмешательства в его как бы, там, медицинское задание. Зачем это нужно? Mm-hmm. Это время, которое всегда перед нами поставлено, на догоспитальном этапе в большинстве экстренных случаев оно играет очень важную роль для времени госпитализации и начала стационарного лечения, если требуется для данного конечно, пациента. Очень часто счет на минуты, если да, это очень часто это счет на минуты, и очень много есть заболеваний, где начало проведения терапии на догоспитальном этапе оказывает существенную роль как в выживаемости пациента, так и в течение и прогнозировании этого заболевания. Первый момент – это качественный момент. Вот то, что мы хотим добиться в 2017 году – это улучшить вот этот вот результат, несмотря на, конечно, сложные дорожные условия по области и тому подобное. Кроме того, второй показатель – это уменьшить те выезды, которые являются неспецифическими для бригад скорой помощи. Мы должны сосредоточить основную часть работы бригад скорой помощи на те ситуации, где действительно нужна экстренная помощь, и научить как медиков, так, по сути дела, постепенное население не распылять работу бригад
и население на ненужные моменты. Почему? Потому что у нас очень много казусных, вплоть до зубной боли, понимаете, где население не обращается вовремя за профилактикой, допустим, данного заболевания. Там, ну, элементарно какие-то вещи, которые требуют совершенно другого медицинского вмешательства. И крайне важно понимать, что нельзя отбирать бригаду там, где она нужнее. Понимаете? И вот этот вот механизм, который будет запущен в диспетчерской в течение последующих нескольких месяцев, он обеспечит очень низкий человеческий фактор влияния на эту работу. То есть введение диагноза пациента будет ставить во главу угла обслуживание вызова медиками. Те вызова, которые менее требовательны, они будут перемещаться постепенно на более как бы позднее обслуживание, но концентрация вот этого вот фактора, она будет автоматизма в заболевании, она будет настолько как бы большой, что мы постепенно должны уйти от непрофильных, неправильных вызовов, а оказать помощь именно там, где она нужна. И второй момент – это экономический момент. Вот сейчас, как правило, мы, конечно, стараемся тоже выбирать такую тактику и без работы диспетчерской, но часто автомобиль, обслуживая пациента, возвращается на базу. В дороге он может оказать помощь еще кому-то. Это ресурс, это топливо, которое используется зачастую ну, абсолютно зря. Поэтому мы уже имеем достаточно серьезный экономический эффект от введения GPS-навигационных систем, которые будут адаптированы к этой программе работы в диспетчерской. Второй момент. Что такое экономия для нас? Это всегда повышение другого материального ресурса. Это медикаменты, это материально-техническая база, это инструментарий и тому подобное. То есть как бы мы должны, по сути дела, в этом бюджете не только выживать, но и развиваться. Поэтому вот такие вот задачи поставлены перед нами. Я считаю, что мы как бы добиваемся их постепенно, поскольку вот, по сути дела, как бы многое у нас, многие вопросы у нас, хоть и не быстро, но все-таки стабилизируются, и готовность такая и материально-техническая, и профессиональная медиков, она с каждым годом все выше и выше. Ну, что хочется сказать еще по диспетчерской службе. У нас есть штат определенный, который, вот, как я сказал, мы увеличиваем на, дополнительно на 78 единиц. Он будет состоять из средних медицинских работников, это основной костяк. Кроме того, там в него будет ходить круглосуточная компьютерная административная служба, которая будет следить за состоянием системы, вовремя вмешиваться, реагировать и тому подобное. Это очень мощная техника, это большая база данных, которая лицензирована, защищена, никто не может вмешаться в ту информацию, которая находится в серверах в диспетчерской службе. Поэтому, как бы, почему вот раньше и не получалось это делать, потому что эта программа достаточно серьезная, и защита прав пациента, она как бы должна вот всю эту работу предусматривать как задачей номер один. Поэтому в этой системе, в этой службе эта задача как бы выполнена полностью. И я хотел бы пригласить средних медицинских работников, это медицинские сестры, это фельдшера, прийти к нам на собеседование. Те, кто в свое время, может быть, по каким-то причинам покинул работу в медицине, те, кто желает совмещать работу, это достаточно интересная работа. И как бы у нее, конечно, своя специфика. Ну, мы все-таки вот хотим и надеемся, приглашаем большую такую аудиторию людей. У нас нет возрастного ценза, у нас главный вопрос – это коммуникабельность, знание медицинских диагнозов, понимание того, что первично нужно сделать в ситуации, помогая пациенту. Ждем на собеседование. Я хотел бы телефон, если можно, продиктовать. 55-82-36. По этому телефону можно созвониться, вам скажут какие-то конкретные данные вы должны предоставить, что нужно взять с собой, и ждем вас на собеседование для того, чтобы как бы совместно работать. Еще раз, 55-82-36. Да, телефон на экране, кто заинтересовался, может обращаться. Я вот что хотел уточнить, вот эта новая система, действительно, в принципе, как по нашим меркам, глобальные изменения, да, автоматизация, это чей-то опыт иностранный?
Да, это опыт абсолютно всех европейских стран, абсолютно всех. И кроме того, создание оперативно-диспетчерской, оно не анонсировано просто там главным лекарем областного центра. В законе Украины, который принят был в 2012 году о создании единой службы экстренной медицинской помощи, медицины катастроф, четко прописано о том, что каждая административная единица должна создать у себя единую оперативно-диспетчерскую службу, вот этот мощный колл-центр, который по сути, эту систему, ну так, сожмет в один кулак и сделает ее более рационально направленной, не разобщенной территориально, да, а единой системы. Кроме того, я хочу добавить, как бы, ну, суть процесса передачи информации у нас сейчас идет в телефонном режиме. То есть диспетчер получает информацию, передает на объект, который находится в определенном отдалении, там, допустим, берем любой район, выбираем, да, диспетчер там принимает, передает на бригаду. Вот это вот время, это очень затяжное время, это проходят считанные, ну, это минуты, но они очень важны. Сейчас каждая бригада будет иметь у себя смартфон, куда будет поступать информация. Каждый медик, который принимает смартфон, он ответственный за прием этой информации. В нем есть функциональная, как бы, строка, где он показывает принятие вызова. Статистика — это уже не бумажная, это четко доказуемая статистика от времени приема до передвижения до пациента. Когда медик попадает к пациенту, он опять же клавишу нажимает о том, что он уже находится на объекте, оказывает медицинскую помощь. Вот это время, то, к чему мы стремимся, это важное, его нельзя абсолютно скрыть, потому что это не бумага, на которой можно написать все. То есть это важное время, оно архивируется. Ну, это должно дополнительно мобилизовать, скажем Да, так, да. исполнителей, с одной стороны, доказательства, с другой стороны, Исполнителей, да, мобилизации. к четкой работе. И второй момент, в эту систему каждый автомобиль, абсолютно каждый автомобиль скорой помощи, вне зависимости от того, где он находится, будет оснащен видеорегистратором и программным обеспечением по наиболее близкому передвижению к объекту. То есть задается адрес, да, максимально быстро ему покажут передвижение как по городу, Навигатор так, своего рода. да, своего рода навигатор, который помогает в передвижении по любому населенному пункту. Как бы это... Ну да, теперь остается только надеяться, что дороги будут позволять делать это быстро и безаварийно. К сожалению, Надеемся на это такой. пока слабое звено. Вы упомянули о том, что набираете новых сотрудников. Будет возможность еще раз, да, повторить номера телефонов. У нас остается порядка 4 минут до конца передачи. В принципе, вот кадры для вашего центра – это, ну, люди, которые требуют особой подготовки, или любой медицинский работник может себе найти там место. Все-таки это действительно сложная структура. Если мы говорим конкретно о тех кадрах, набор которых мы ведем, это оперативно-диспетчерская служба, да, то требования минимальные, знания на элементарном уровне компьютера. У нас, как бы, мы подразумеваем приход на работу с уделением времени данному человеку на максимальное изучение работы в этой программе, максимальный просмотр того, как он работает с пациентом, как он работает с персональным компьютером и тому подобное. То есть абсолютно каких-то, ну, жестких каких-то критериев мы не ставим, как бы, и научиться этой работе можно достаточно просто и легко. Там в оперативно-диспетчерской службе абсолютно все сделано для комфортного пребывания сотрудника на рабочем месте, для каких-то там личных вопросов и тому подобное. Поэтому ничего Ну сверхъестественного да, нет, но... в этом понятно. Здесь диспетчерская работа плюс какие-то хотя бы элементарные знания, да, в медицине. А что касается бригад, которые работают? Что касается бригад скорой помощи, здесь, конечно же, ситуация сложнее, и, как бы, не скрывая, я вам скажу, к сожалению, у нас все меньше и меньше медиков с высшим образованием. Работа достаточно сложная, работа в разных метеоусловиях, и, к сожалению, мы испытываем кадровый голод как врачей, и уже с этого года кадровый голод, так и средних медицинских работников. Поэтому, ну, работа сложная, и к ним требования абсолютно, как бы, более серьезные и жесткие по знанию локальных протоколов оказания медицинской помощи. Здесь подготовка ведется, ну, на более серьезном уровне. Есть ли какие-то перспективы в связи с тем, что в Николаеве вроде как должны начать готовить уже медиков с высшим образованием?
Думали об этом? У меня очень большие на это надежды. Как бы мы с удовольствием как бы ждем таких медицинских работников, ждем всегда с медицинских училищ, которые представлены на территории нашей области. Поэтому я считаю, что создание медицинского учебного учреждения – это колоссальный шаг вперед. И это одно из таких развитий будущего Николаевской области. Остается у нас буквально полторы минутки. Несколько общих советов от врача, от доктора, профессионала. Как уберечь себя на скользких улицах и от вирусной инфекции? Напомните, все-таки стоит. От вирусной инфекции немножко легче, как бы, да. То есть это, ну, первый посыл – это не посещать массовые места. Первое, да, то есть в признаках какого-то элементарного недомогания оставаться дома, не выходить там на рабочие места, там оформлять больничный. Второй момент, абсолютно всегда обращаться в случаях недомогания. У нас забыта профилактика, это обратиться в семейную амбулаторию с вопросами о недомогании. Ну, естественно, как бы я последнее время мы уходим от такого колоссального таблетированного какого-то назначения. Это ведение здорового образа жизни, это отказ от курения, алкоголя и тому подобное. То есть применение каких-то таких вот обычных методов поведения, которые там приведут к нормализации состояния там человека, ребенка и тому подобное. Ну, на скольких улицах просто быть как можно более осторожными. Более осторожными. Еще раз можете напомнить номер телефона, по которому обращаться должны. 55-82-36, номер телефона нашей кадровой службы. Мы ждем средних медицинских работников. Обращайтесь к нам, всегда будем рады вас видеть и ждем у себя на рабочем месте. Спасибо. Спасибо. И нагадую всем, кто был с нами, Андрей Самойлов, главный лекарь Миколаївського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Дякую, побачимось в ефірі. We'll be right back.